Вот, уважаемые дамы и господа, вот так выглядит у нас работа. Взгляните на эту фотографию, посмотрите, с какими сложностями нам пришлось столкнуться во время работы. Мой клиент, замечательный человек, разрешил выложить в открытый доступ весь ход работы. Такое бывает далеко не часто и говорит о зрелости личности. Вот вы видите, как нам приходится бороться с деструктивными воздействиями, с порчами, которые направлены на то, чтобы разрушить все сферы жизни человека. Вот. Случай, конечно, очень тяжелый, но этим он и интересен. Он бросает вызов. Вызов профессионализму, вызов моему опыту и стремлению побеждать.